72, 93. Шестьдесят восемь, 83. Что за херня? Так, ладно, тихо. Thank you.
я не какая-то подопытная крыса! Что дальше? Есть! Отлично! Какого... О, ни хрена себе. Марк! Хотите знать, что значит быть убийцей? Вы бывали в музее в центре? У них там есть картина этого, как его... Не помню имя. Известно, он часто рисовал забитых коров, туши на крюках. Если приведете обычного человека на бойню, то он вам там все заблюет. А если бойню рисуют, это внезапное искусство. Но ведь разницы никакой нет. Ну... По сути, не смотрите так. Я ведь прав. Вы поняли? Я знал, вы поймете. Нужно совершить нечто значимое.
заставить людей ощутить нечто новое. Разрушить иллюзию, что они хоть что-то в жизни контролируют. Вспомните самое прекрасное, что вы сотворили. Чувство восторга от созидания. И поверьте, оно меркнет, когда смотришь, как жизнь покидает кого-то. Видишь страх во взгляде, жалкие попытки освободиться. Слышишь просьбы, мольбы в момент, когда становится ясно, что это конец. Тогда вы поймете, вот что такое искусство. Вот кем вы должны стать: художником, скульптором, архитектором. Вижу огонек в ваших глазах, агент Мюндей. Меня не обманешь. О, вы только гляньте. Я буду вас первым. Так, вперед! Ну, я прямо здесь. Тут звукоизоляция. Даже пролетающего самолета ждать не придется. Картинка выходит куда красивее. У вас есть потенциал, Мюнды. Если хотите стать художником. Чуть не попалась. Ну давай! Саморазвитие бывает полезно. Вот так. Эй! Вы меня слышите? Джозеф Морелло. На пароме был не Дюмет.
Беттани. Кони. Мамочка, не плачь. Thank you.